На российском сайте Atomy появилась минеральная пудра. Она представлена в двух оттенках, 21 и 23. В кейсе идет вот такой спонж. Также спонж в данной упаковке не соприкасается с самой пудрой. То есть спонж у нас лежит сверху. Кейс закрывается на защелку вот такую, на которую нужно надавить, чтобы открыть зеркальце. На зеркальце сейчас пленка. Удобно брать с собой, она не открывается. Также она хорошо адсорбирует кожное сало и пот. На коже она не ощущается, при этом достаточно неплохо перекрывает какие-то недочеты. Заказывайте на официальном сайте Atomy. Если у вас еще нет регистрации, напишите мне.